Я являюсь добровольцем, это моя жизненная позиция. Я рад, что в Химках формируется общественный актив, который не только решает вопросы развития территории, но и участвует в других социально значимых проектах. И только вместе мы можем помочь людям остаться здоровыми. Добровольная сдача крови – это, наверное, одна из самых благородных видов добровольчества. Поэтому, несмотря на пандемию COVID-19, конечно, это очень важно, потому что донорский светофор сейчас практически все время красный, а потребность в крови и ее компонентах, она не уменьшается. Приглашаем всех людей, которые чувствуют в себе этот потенциал, приходить на регулярной основе в центр переливания крови, который находится в первой поликлинике. Ну и, конечно, соблюдать все принципы здорового образа жизни до и после донации.